Всем привет! Сегодня обращаюсь к вам с таким вопросом. Я начал замечать, что в процессе точнее отжима, не стирки, а отжима, у меня машинка начинает стучать. Но это происходит, когда вот происходит, повторюсь, когда есть небольшой дисбаланс, точнее небольшой, а такой более такой сильный. Ну, в общем, я стала замечать, когда я ее вот так качаю, есть какой-то стук. О! Не знаю, может это нормально. Еще вот смотрите. Я там чувствую, что как будто бы барабан чего-то касается. Люстра-то нету. А может и есть, я что-то особо не пойму. Вот что это? Вот что это? Вот так вот, вот. Сейчас. Вот так там ничего не слышно. Там вот. Вот у меня на Индезите люфт был. То есть, когда подшипник разбился, и прям было слышно, что вот здесь что-то... И прям стучал подшипник. И когда дисбаланс был, она вот так же у меня стучала. Я хочу обратиться к вам с вопросом с этим. Потому что, если честно, не пойму, что это. Вот когда крутишь, ничего не шуршит. Ничего не шуршит там. То есть это если вот крестовина там. Но она не могла сгнить машинки 4 месяца. Я вот и не пойму, что это. Сейчас нету. Немного как-то вот. Не пойму. Может, брак попался, я не пойму. Сначала я думала, что это она неровно стоит. И вот когда я ее качала, вот сначала, вот такого звука не было слышно. Сначала я думала, она неровно стоит, но она стояла ровно по уровню. И потом я уже начал этому как-то пугаться. Но все равно люфта ничего не было. Я успокоился, но все равно свалил на то, что она неровно стоит. Но сейчас я уже совсем не понимаю, что с ней, потому что она начала вот так вот стучать, вот когда ее. И когда она немного дисбаланс, когда присутствует, она вот тоже так же стучит. О. Нет, все это я уже разобью ее. В общем, не знаю, надо было, походу, Samsung брать. Подороже, но получше. Ну ладно, я. Напишите, пожалуйста, в комментарии или еще куда-нибудь, кто есть на сервере Discord, напишите, потому что я не знаю, что это. Предположить даже не могу. Ладно, все. Жду ваших комментариев. Всем спасибо за внимание и всем пока.